памяти каждого народа есть даты, которые невозможно забыть, над которыми не властно время. Так неизгладимый след в памяти многих народов оставила Кавказская война. Настоящая трагедия, она обернулась для адыго-абхазского этносов. Поэтому каждый год 21 мая черкесы, абазины, абхазы, живущие на своей исторической родине и в других странах мира, собираются и чтят память своих предков. Однако о событиях тех далеких времен стало возможным открыто говорить лишь в конце 80-х годов прошлого века. Именно тогда, в одну из ночей 1989 года, на холме в ауле Алибердуковском появился камень-валун, на котором было написано «В память черкесам, погибшим в годы 1763-1864 годы». И далее слова Карла Маркса «Народы земли, берите пример с черкесов, то, как нужно защищать свою родину». Сегодня этот камень стоит здесь и сегодня, но он является частью мемориального комплекса памяти жертвам Кавказской войны. В годы, когда в Алибердуковском появилось это памятное место, мало кто знал о трагедии народа, произошедшей в XIX веке. Неизвестные страницы той далекой войны раскрыл для себя тогда и Михаил Хутов. Случайно во время службы советской армии, заходя в библиотеке войсковой части, столкнулся с книгой, нашел книгу «Буйный терек», где говорилось о Кавказской войне на Восточном Кавказе. Я подумал, как это так в Восточном Кавказе такая война шла, неужели на Западном Кавказе не было такой войны? И нашел я литературу, познакомился, оказывается, и черкесы тоже. Тема Кавказской войны настолько тронула сердце молодого человека, что он просто не находил себе покоя. Даже глядя на прекрасные долины и окружавшие его горы, он представлял своих предков, которые пережили величайшую трагедию. Попросил тракториста, и приволокли этот камень вечером ко мне во двор. Это зимой было, 1989 года. Работающий тогда это на заводе, в Хабенском заводе микрокомпонент, соседа попросил, чтобы он это принес таблетку, нержавеющую пластинку, чтобы я мог написать там текст. Текст сам сочинил, нарисовал буквы, потом зубилой выбил. Под эту пластину я нишу вырубил и прикрепил. В мае 1989 года Михаил Хутов вместе с Русланом Хешховым на холме установили первый в мире памятник черкесам, погибшим в годы Кавказской войны. Люди стали еще больше интересоваться, расспрашивать о тех событиях. Так этот камень простоял здесь 2 месяца. Пришли, что ты натворил, что я натворил? Без разрешения властей, без спроса, без ничего ты взял и поставил камень. Для этого надо сперва, говорит он, разрешение в райкоме партии надо взять. После райкома партии в обкоме партии. После обкома партии в крайкоме партии. После крайкома партии в Москве. А ты, минуя все это, взял и поставил. Сорвали эту таблицу, камень стащили и приволокли ко мне во двор. Второй раз поставили, второй раз тоже стащили. И третий раз уже навечно поставили. Если бы первый секретарь крайкома партии Лесниченко тогдашний, 89 года, в газете «Известия» я случайно прочитал большую статью на всю страницу про этот памятник. Корреспонденты спрашивали Лесниченко, как вы задали ему вопрос, как вы относитесь. Вот в одном из аулов Карачаева-Черкесии поставили памятник погибшим черкесам в Кавказской войне. Как вы к этому относитесь? На что Лисиченко ответил? Ничего тут такого нету. Каждый народ имеет право сохранить память своего народа, знать свою историю. И тут ничего такого нету. После этого все потеплело. Все. Никаких преследований не было. Официально памятник был открыт 21 мая 1991 года. С тех пор каждый год в этот день здесь собираются потомки героических предков, которые сложили свои головы за свободу и независимость своей родины.
Со временем в память о них здесь создали целый мемориальный комплекс, в центре которого возвышается зеленый холм с 12 звездами и 3 стрелами, символизирующими черкесский флаг. С годами по инициативе жителей Алибердуковского Аслана Хутова и Нурии Ионова здесь создали музей истории и быта адыгов. Это место стало одной из достопримечательностей Карачаево-Черкесии. Сюда приезжают делегации из многочисленной зарубежной адыгской диаспоры, останавливаются туристы, люди открывают для себя новые страницы истории. И уже на протяжении многих лет самым главным днем здесь является 21 мая, День памяти жертв Кавказской войны. Традиционно накануне этого события жители аулов факельным шествием идут к этому памятнику. Читают стихи, исполняют героические старинные песни, зажигают свечи, возлагают цветы. И уже в день 21 мая здесь проходит митинг, где чтят память своих предков минутой молчания. Все тяготы и лишения Кавказской войны испытал на себе и абазинский народ. Так, в 2010 году память своих героических предков решили увековечить в селе Красный Восток, в одном из древних населенных пунктов Карачаево-Черкесии. По мнению историков, он основан в 1738 году. Абазины, как и адыгские племена, очень сильно пострадали в многолетней Кавказской войне. Даже само формирование села Красный Восток говорит о тех событиях. Населенный пункт, расположившийся по обоим берегам живописной долины реки Кума, жители делят на несколько районов. К примеру, нижняя часть Красного Востока называется Трамлокт, то есть Трамовское селение. На правом берегу первым обосновалось селение князя Джентимирова, но позже они переселились в Кабарду. Но это место в народе не утратило своего первоначального названия. Но считается, что самым первым в этой долине обосновалось селение абхазского князя Лоова. С этого времени и берет начало история Красного Востока. В 2009 году члены общественной организации «Абаза» впервые приняли решение увековечить память жертв Кавказской войны. Местом для памятника выбрали древний аул Красный Восток. Чтобы обосновать смысл установки памятника, нам нужно было основание. И когда мы стали по кумским абазинам проходить, 26 населенных пунктов. Мы объехали, вот, в том числе и Ставропольский край. Вокруг Георгиевска жили 6 абазинских аулов. Каждого этого места, населенного пункта, я брал ведро земли и привез ее в Красный Восток. При установке этого памятника принимали участие люди разных национальностей, абсолютно незнакомые. Значит, я знал, что это нужно не мне лично, а поколению, подрастающему поколению. История моего народа еще не открыта. Вот. Я этим сам одну страницу истории открыл. Село Красный Восток выбран местом для установки памятника не случайно. Известно, что в годы Кавказской войны из абазинских племен наиболее пострадавшими были кумские абазины. Памятное место выбрали так, чтобы каждый проезжающий мимо видел его и мог вспомнить и почтить память своих предков, павших в кровопролитной войне. Когда ко мне обратились с просьбой поучаствовать и сделать табличку, которую сейчас вы видите на памятнике, я обратился к Брянцеву Владимиру Александровичу. Это потомственному казаку, атаману города Черкесска. Владимир Александрович, говорю, мне нужна табличка, мы хотим сделать вот такое это хорошее для всех дело. Речь идет об жертвах Кавказской войны. И в эту Кавказскую войну пострадали абсолютно все народы. И те, которые воевали, и те, которые защищались. Владимир Александрович, будучи очень человеком мудрым, дальновидным, просто очень хорошим человеком, начал меня расспрашивать, с какого камня, с какого вы будете делать памятник. Выслушав одно из мнений, он сказал, я считаю, что памятник должен быть более монументальным, более должен быть сделан из естественного природного камня, и вывел меня к себе во двор, в свою мастерскую камнерезную, и показал вот этот камень, который вы видите. В последующем, когда речь пошла об ограде этого памятника, я обратился
своему товарищу, хорошему человеку Сонову Альберту, который тоже имеет цех по производству металлических изделий. Металл был куплен, а вся работа, все кованые изделия были выполнены для нас были бесплатно. Вот так я еще раз хочу сказать, что и казаки, и абазины, и черкесы вот вместе вот так свою душу, свои средства вложили в это сооружение. 21 мая 2017 года, в день 153-й годовщины со дня окончания Кавказской войны, в Черкесске был воздвигнут этот монумент. И это место стало не просто символом памяти и скорби по жертвам Кавказской войны, но и символом единства и взаимоуважения народов Карачаево-Черкесии. Желание воздвигнуть в Черкесске памятник жертвам Кавказской войны звучало в народе не раз. Так продолжалось, пока на одном из траурных мероприятий, посвященных окончанию войны, глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов не принял решение. Был объявлен конкурс на лучший проект. Выбрали идею жителя Черкесска Султана Коблева. Он создал фонд памяти по строительству мемориала и начал осуществлять свой проект. Однако перед ним возникли большие сложности со сбором средств, поэтому пришлось отказаться от многих замыслов. Но, несмотря на все трудности, с которыми он столкнулся, осуществил свою идею. Постамент этого памятника обрамлен 12 зубчатыми выступами, которые символизируют 12 территориально-национальных образований Черкесии. Сам памятник выполнен на площадке размером 12 на 12. Восьмиугольник, тоже символизирующий 12 территориальных органов. Идея принадлежала мне. Я попросил помощи у Хахандукова Магомеда. Он мне очень хорошо помог. Он как соавтор, нет, не соавтор, даже автор этого произведения, который помогал мне в оформлении орнаментов, в оформлении архитектурной составляющей этого памятника. Вот как сейчас видим, он как будто в воздухе висит. Это была его идея. Памятник жертвам Кавказской войны создан в виде кинжала, вложенного в ножны и обрамленный с двух сторон щитами. Кинжал, как известно, символ мужества, чести и доблести воинского духа. И то, что он вложен в ножны, символизирует конец войны и установленный мир. На рукояти кинжала, оформленного черкесским орнаментом, надпись 1763-1864 годы. Памятник весит 3 тонны и полностью отлит из бронзы на предприятии в городе Жуковском. Война – это тяжелое испытание для всех народов, независимо от кого. И забывать о том, что мы пережили в годы Кавказской войны, не хотим и не можем. И не желаем, чтобы какая-то война в дальнейшем была на земле. Желаю, чтобы всегда был мир и чистое небо над нашей землей. Как и предполагалось, этот памятник стал местом, где каждый год 21 мая собираются представители всех народов Карачаево-Черкесии. Вспоминают трагические события Кавказской войны, чтят память предков, сложивших головы за независимость своей родины. И ровно в полдень здесь объявляется минута молчания. То же самое происходит на всех митингах, которые проходят на исторической родине и в странах зарубежья, где проживают потомки черкесов и абазин. Сейчас у монумента тихо и безлюдно, но буквально через несколько часов здесь зазвучат печальные мелодии и соберутся люди, которые чувствуют всю глубину трагедии и боль своего народа. Но практически каждый из них понимает, что историческая память нужна им для того, чтобы осознать смысл настоящего и думать о светлом будущем. И пусть ни с одним народом не случится то, что пережили наши предки. Светлая им память!